Дорогие друзья и коллеги, от имени совхоза имени Ленина и от себя лично хочу поздравить вас с праздником, Днем работника сельского хозяйства. Правда, мы с вами этот праздник празднуем еще в поле, потому что не все убрали. Но уже сейчас понятно, что год, который мы с вами завершаем, год не самый плохой в нашей профессиональной карьере. Я хочу пожелать вам, чтобы наши доходы в этом году превысили доходы банкиров и чиновников. Чтобы мы с вами действительно стали понимать, что элита России – это мы, люди, которые работают на земле. Я хочу пожелать вам, чтобы наши близкие и родные почувствовали, что страна гордится такими, как мы, гордится работниками сельского хозяйства. Счастья вам, здоровья и всего самого хорошего. С праздником, дорогие товарищи!